Мы приняли необходимый процедурный документ для того, чтобы вся процедура вхождения и реализации результатов референдума была прозрачна с юридической точки зрения, легитимна с юридической точки зрения и не вызывала ни у кого из мировых экспертов никаких сомнений. За 50 решение принято. Есть ссылка на мировой прецедент, решение суда ООН от 22 июля 2010 года, который поддержал аналогичную ситуацию по Косово, когда субъект сам определил свою независимость, и это было признано судом ООН. Скажу, что текст решения консолидирован с нашими коллегами из АРК Крым и, естественно, слово в слово повторяет общее положение. Это позиция севастопольцев, я считаю, это позиция в виде декларации. Свое отношение севастопольцы и депутаты городского совета выразили уже в принятом решении о проведении референдума.